Добрый вечер, друзья. 21 декабря 2023 года. С вами канал «Дневник коренного крымчанина». Посмотрим предновогоднюю Алушту. Алушта зажигает огни. Я сейчас на улице Горького. Здесь находится скейт-парк. Поставлены инсталляции Деда Мороза на самокатах. Инсталляции свечи. Магазины в новогоднем убранстве. Мы подойдем сейчас к главной елке Алушты. Традиционно 19 декабря зажглись новогодние огни. Елочка красавица. Великолепные шары. Посмотрим еще шикарные инсталляции возле сетевого кафе Deep Coffee. Мы с вами идем дальше по центральной набережной города. Нет, такой платный не хочу. Кафе Нелли. Шикарная елка. Добрый. Надо елочку поснимать. Красавица. Кафе Нелли. Ресторан Рапонги. Ну, народ есть и довольно-таки много. Игрушки разбросаны. Детская комната. Thank you.
Сегодня у нас будний день. Посмотрим, сколько людей гуляет на набережной. Что-то волнуется наше ласковое Черное море. Сейчас подойдем на первую буну, посмотрим. Инсталляции, звезды, фотоаппарат, селфи-зона. Еще одну поставили интересную инсталляцию — письмо Деду Морозу. Штормит. Наше ласковое Черное море. Где вы сможете насладиться вкусом и эстетикой с каждым блюдом? Хороший профессорский кухар. Кафе «Лето» и шикарный снеговичок на входе. Зайдем в Барабуля-бар, посмотрим убранство. Добрый. Как успехи? Отлично. Готовы? Да. К Новому году? Конечно. Я смотрю, все в праздничном новогоднем убранстве. Кафе «Лидия». Сказали, что кто-то совсем пропал. Также уже в новогодних огнях. Небольшая селфи-зона с елочками заснеженными. «Лидия» – ресторан-отель приглашает вас на втором этаже — терраса. Ну а мы, ребят, идем с вами дальше.
Ну что, ребят, по традиции пройдем под рогом изобилия, ну и загадаем желание. Знакомый аккордеон играет. Делавер на своем месте дарит нам хорошее настроение. Подошли мы с вами к ротонде. Посмотрим инсталляции. Ну, традиционно. Рог изобилия. И шикарные инсталляции. Визитная карточка нашего города. Ближе еще к одним инсталляциям. Кокошники поставили. Зайдем сейчас в Приморский парк. Посмотрим детскую площадку.
пристань детства. Ну и инсталляции. Аллея освещена. Улица Парковая. И домик Деда Мороза. Друзья, ну вот такая прогулка вечерняя у меня сегодня с вами получилась по набережной Алушты. Показал я вам инсталляции, как Алушта зажигает огни в предновогодние. С вами канал Дневник Коренного Крымчанина. Подписываемся на канал, ставьте лайки, не забывайте оставлять свои комментарии. Не забывайте подписаться на мой дзен и телеграм-канал. Еще будет много интересного. Пока-пока, еще увидимся.